Бабка идет. Все отлично. Есть, смотри, она прям туда зашла. Все, бабуля. Я близко к ней не буду подходить, мяу, потому что это опасно. Может хлопнуть, но что, дадим парку. Сейчас ты у нас пропаришься, бабуля. Думала, мы туда попадемся, да? Фигуль на рагуле. Все, что она там покраснела уже, небось, как рак? Да ладно! Ну, тачка у бабки, конечно, зачетная. Всем привет, Мурмяо, с вами котенок Лайк, и сегодня продолжаем играть в игру «Бабули, друзья». Вы все в комментариях мне писали, что вышло обновление, и сейчас мы обязательно его посмотрим. Я знаю, что здесь появился гараж, появилась баня бабули, вот она, кстати, шла. И я хочу попробовать запереть бабулю в баньке, чтобы она попарилась. Так, она бежит за нами, отлично. Хотя, может, это и не очень хорошо. Надо было прятаться, где медвежонок, по-моему, потому что сейчас она может нас догнать. Хотя, может, нам повезет, и мы успеем сбежать. Так, она что-то там кричит, типа, иди сюда. Но здесь она вроде нас не может достать. Отлично, ребят, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки котенку Лайку. Я буду вам очень благодарен. Сегодня, к сожалению, без вебочки играю. Что-то она там забарахлила у меня, поэтому... Надеюсь, вам будет интересно послушать просто мой голос. А мы сейчас сюда заходим. И вот она, баня, кстати. Давай мы сейчас попробуем сюда заманить бабулю. И потом попробуем ее закрыть и, наконец, сбежать от нее. Она уже там поставила где-то капкан. Надеюсь, на этот шумок она придет. Так что давай ждать. Давай-ка с тобой пошумим. Что-то она к нам вообще не идет. Я не знаю, что тут надо сделать, чтобы она все-таки до нас добежала. Топает, топает. Все, бежит, бежит, бежит. Отлично. Я надеюсь, она нас не увидела. Сейчас мы забросим. Бежит, бежит, бежит. Все, отлично. Так, прошла мимо. И заходим, давай, давай, давай. Мяу, отлично. Да ладно, через дверь нам дала. Ты видел, мы почти ее закрыли. Ай-яй-яй-яй-яй, близко подошли, мяу. Ну что ж, давай еще попыточку. У нас день второй. Скорее всего, она нас уже закрыла в этой комнате. Нам надо будет быстро пробежать и попытаться закрыть ее снова. Отлично, спрятали в шкафу, и бабуська ушла. Практически, смотри, торчит там у нее платье ее. Все, пошла вниз, поставила капкан. Я не знаю, как теперь мы будем пробираться в подвал. Так, она вроде нас не услышала. Опачки. Смотри, даже здесь поставила. Ладно. Бабуля. Аккуратно. Где-то она здесь, да, здесь она влупила. И ушла. То есть, в принципе, можем вставать. Что у нас, кстати, тут есть? О, вот это для ружья, штука пригодится. Пойдем возьмем. Картина. Все, я понял, бабка за нами скоро побежит. Мы уже хромаем. Но должны все-таки закрыть бабку в этой бане. Пусть она пропарит свои косточки. Так, присели. Хорошо, хорошо, здесь можно пошуметь. Все, отлично. Сейчас она 100% сюда придет. Так, это мы дропнем здесь. Эту мы дропнем здесь. И быстренько прячемся. Все. Бабка идет. Все отлично. Есть, смотри, она прям туда зашла. Все, бабуля. Я близко к ней не буду подходить, мяу, потому что это опасно. Может хлопнуть, но что, дадим парку. Сейчас ты у нас пропаришься, бабуля. Думала, мы туда попадемся, да? Фигуль на рагуле. Все, что она там покраснела уже, небось, как рак? Да ладно,
Ты видел, она выбила дверь. Подожди, надо было не вырубать, наверное. Короче, пар врубился, и походу он выбил дверь. Или это бабка ее сломала, я не понял. Напиши мне в комментариях, как она оттуда вылезла. Что было за фейл, но было круто. Мяу. Короче, не успел я начать, как бабка меня уже вырубила еще раз. То есть я просто открыл дверь, и в шкафу... Я забежал в шкаф, и она мне дала просто по щам в шкафу. Мы уже здесь дико хромаем. Я, походу, никогда от этой бабки не сбегу. Но все-таки, надеюсь, когда-то это случится. Опять мы на что-то наступили, все треснуло. Давай все-таки попробуем запереть ее и не будем пускать пар. Тогда, может быть, она там зависнет надолго, потому что что-то она прям взбесилась жестко. И дала нам по щам. Ну, ты сам все видел, конечно. Это было совсем не круто. Ох, бабуля, бабуля. Там есть еще машина. Но, опять же, надо собрать ружье, мне кажется. Тогда будет интересно уже. Так, слушай, надо же вырубить. Я надеюсь, бабка не придет. Где ваза? Бросаем еще раз. И прям со всех хромых ног бежим в шкаф. Все, я слышу бабку вроде. Топает. Не знаю, придет она, нет. Вроде как должна. Ну, что-то походу не собирается. Ладно, давай посмотрим, что здесь есть. Так, дверь. Интересно, открыть можно? Что-то было можно, да? Ты никогда отсюда не сбежишь? Да ладно, бабка, ты чё? А чё за звук, чё она открывает? Интересно. Бабки пляшут. Ну ладно, поехали кататься. Ну, тачка у бабки, конечно, зачетная. Так, подожди. Патроны, ружье. Но бабки нету. Бабка где-то шляется, она какая-то глухая. Бабка, походу, у нас китайская, что ли, я не знаю. Почему она ничего не слышит? Ага, ну, давай тогда сюда зайдем. Табличку эту возьмем. Попробуем ее бросить. Придет, нет? Да, идет. Бабка идет. Быстренько. Сюда. Мне все-таки кажется, что просто паром типа распарило и выбила дверь, хотя фиг его знает, что это произошло. Почему она оттуда выбралась? Не знаю, не знаю. Что-то не идет. Так. Нету бабки, нету бабки, ладно. Давай с тобой посмотрим, что здесь еще появилось. Может быть, у нас удастся просто сбежать, хотя, честно говоря, нам уже так надавали по щам, что вряд ли мы куда-то сможем отсюда свалить. Жалко, здесь нету, как в обновлении с дедушкой, там у него появилось кладбище, можно гулять по улице, очень круто, кстати. Мне очень понравилось. Большая локация. Здесь у нас ничего нету. Только там бабка, наверное, да? Если мы сейчас попробуем открыть, она по-любому сюда прибежит. А мы сходим в дом и взглянем, какие там вещи есть.
Так, пофанимся над бабкой. Сейчас давай возьмем арбалет. Если мы, конечно, найдем ключ. Стрельнем разок в нее. Было бы прикольно, если можно было ее усыпить, взять за руку и притащить. Так, она сюда все-таки, может, придет. Все-таки мы сильно сейчас нашумели. Не знаю, может, еще ящики кинуть. Воу, что-то резко. Резко, короче, все, мы попали. Я, походу, не успею от нее бежать. Или успел? Походу, успел. Сейчас тогда вазу кинем. Давай, бабка, еще разок. Пожалуйста. Идет, нет? Да, идет, отлично. Все. Слушай, а этой-то нету доски, она ее сломала. Вот это прикол. Получается, мы от бабки тогда уже не убежим. То есть она ее выбила. И как бы все. Дверь мы, конечно, закроем. Так, это деталь картины. Она нам, в принципе, не сдалась совсем. Что там, открыла она, нет? Так, это ключ от домика. Это хорошо. Что здесь еще у нас есть? Все скрипит, бабка, тебе бы ремонт, конечно, сделать бы, чтобы все не скрипело. Открываем, открываем. Бросаем, он нам уже не нужен. О, подожди, успеем, нет? Ну, походу, все труба. Мяу. Нет, успели? Да ладно. Бяу, бабка дала нам по щам. Последний день. Ладно, давай сделаем по максимуму, что мы сможем. Хоть куда-нибудь выбраться. Что-то посмотреть. Надеюсь, дверь открыта. Так, ну дверь открыта. Давай посмотрим, что в ванной есть. А, шестереночка, это хорошо. Здесь картина. Идет, нет? Да, идет, идет, идет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все. Все. Проиграли. Но попытка не пытка, мы все-таки попытались. Мы закрыли бабку в бане. Да, конечно. Я думал, она там и останется, но разработчик все продумал. И спасения нам нету. То ли бабка нас съела, то ли покусала. Короче, игра окончилась. Ну, надеюсь, вам понравился видосик. Пишите комментарии, ставьте, пожалуйста, лайки. Всем до скорых встреч. Бурмяу, пока.